События на Украине. Ополченцы в ЛНР начали отвод минометов калибром менее 120 миллиметров. Это уже третий этап демилитаризации, которую контактная группа в Минске после долгих переговоров смогла согласовать в конце сентября. Как сообщили в вооруженных силах провозглашенной республики, орудия эвакуируют в сопровождении сотрудников ОБСЕ, которых снабдили всей необходимой информацией о местах хранения отводимой техники. И туда, у мониторинговой миссии, есть право доступа. В свою очередь, силовики, которые также должны сегодня переместить аналогичное орудие на 15 километров в тыл подконтрольной им территории, пока отвод только анонсируют.